Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста: подлинно нет человека безрассуднее высокомерного, хотя бы он обладал большим богатством, хотя бы получил обширное внешнее образование, хотя бы поставлен был на высшей степени власти, хотя бы имел у себя все, что для людей кажется завидным. Если гордящийся действительными преимуществами жалок и несчастен и теряет награду за все свои совершенства, то не смешнее ли всех, надмевающийся ничтожными благами, тенью и цветом травы, такова слава этого века? Так как он поступает подобно тому, как если бы бедняк, нищий, постоянно удручаемый голодом, случайно в одну ночь увидел приятный сон, и тем стал бы тщеславиться, жалкий и несчастный. Душу твою снедает жесточайшая болезнь, и ты, убогий, крайним убожеством, мечтаешь, что у тебя столько и столько-то талантов золота и множество прислуги. Да это не твое. А если не веришь моим словам, то убедись опытами бывших прежде богачей. Если же ты так упоен, что не вразумляешься приключениями других, то подожди немного, и ты дознаешь собственным опытом, что нет для тебя никакой пользы от этих благ, когда при последнем издыхании, не будучи властен ни в одном часе, ни в одной минуте, ты невольно оставишь их окружающим тебя людям, и что нередко случается таким людям, которым ты и не хотел бы оставить. Многие даже не имели возможности распорядиться о них, отходили нечаянно, еще желая наслаждаться ими, но им уже не было это позволено. И будучи увлекаемы, отходя из мира невольно, по необходимости, оставляли свои блага тем, кому бы и не хотели. Что бы с нами того ни случилось, мы пока живы и здоровы, отошлем их в свой грядущий град. Только таким образом мы будем иметь возможность насладиться ими. А не иначе, таким только образом мы положим их в надежном и безопасном месте. Ничто не может их оттуда исхитить. Ни смерть, ни доверительное свидетельство, ни наследники, ни клеветы и наветы. Но кто сколько принес с собой, отходя отсюда, тем всем и будет наслаждаться непрерывно. А кто так несчастен, что не захотел бы вечно утешаться своим стяжанием? Перенесем же свое богатство и положим его там. Для этого перенесения нам не нужно ни ослов, ни верблюдов, ни колесниц, ни кораблей. И от этих хлопот избавил нас Бог. Нужны нам будут только бедные, хромые, слепые и недужные. Им-то поручен этот перевоз. Они-то пересылают богатство на небо. Они-то вводят владетели богатства в наследие вечных благ, которого да достигнем и все мы, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже милости, будь ко мне грешным. Создал меня, Господи, помилуй. Весь числа, Господи, согрешил, помилуй, прости. С воскресением Христом.